Всех приветствую! Сегодня у нас 31 октября 2018 года. Находимся мы на юге Беларуси, Припятское Полесье, Гомельская область. На пасеке я. И сегодня плюс 14, кажется, 15 почти градусов тепла. Хотя ночью было последние дни заморозки почти до нуля доходили. И вот у нас на пасеке облет. Эта семья такая злющая была. Но матка поменялась, они трохи лучше стали, но все равно злюковатые. И вот они облетаются сейчас. На зиму тут 10 рамок пошло. Плотных. Я в сентябре в конце собираю. В конце августа даже собираю гнезда и подкармливаю. И больше сюда не заглядываю до весны самой. До тепла. Вот сегодня большинство повыходили на облет. Здесь покуда тишина. Потеплело сразу, видно, и осы лезут. Ну, здесь потом облетятся, думаю, позже немного. В уголку стоит, так улей тени. Ну, солнца нету, но все равно потемнее там в углу. Здесь вот пчелы летают. Ну, облета нема, но летают. Сейчас уже почти 3 часа дня. У меня ульи на север летками стоят, и вот они только вышли на облет. Погода такая сырая, тучи вокруг. Дождь был ночь, день вчера был дождь. Здесь семья у меня, всего лишь две рамки осталось, пропала. Матку придавил. Даже и двух рамок нету, я их даже и на зиму уже без толку. Там не две даже, а полторы, наверное, рамки пчелы. Так они, можно сказать, пропали. Стоят. Это кот под ногами путается. Это у меня семья Бахваст. Матку я подсаживал. Что странно. Труд немного на летку лежит. Вот. Да, иди в леток понюхай. Там пчелы мед раздают. Это у меня Бахваст семья. Я матку подсаживал молодую. На рой. А это вот две бакфаста разбил я. Семью в этом улье было. И подсадил тоже бакфаст матки. Три семьи бакфаста с молодыми матками. С этого года. А тут уже матка вот в этой бакфаст старая. Уже где-то 3-4 года пошел. Посмотрим, будет работать летом, если хорошо, так не буду менять, хай. Что хорошо уже перед самым, вот, можно сказать, перед зимовкой, облетятся хотя немного. Вот солнце уже начинает за тучами малость вылазить. Думаю, еще сильнее будут облетываться сегодня. Ну, посмотреть этого уже не смогу я. Собираюсь ехать в лес за грибами белыми. Говорят, что эти боровики сейчас растут, черноголовики. Вчера то дождь шел, да я занятый был. А сегодня вот дождя так нету. Тучи то хватает, и тепло. Думаю, за ночь тепло было ночью, так понаросли грибы. С утра никогда в лес не езжу, еду в основном. Уже ближе к вечеру, часа в 3, в 4, в 5 вечера, на пару часиков до темна, да и до дома. Ну вот, это хорошая новость, что на пасеке, можно сказать, ноябрь завтра уже будет, и пчелы облет делают. Ладно, буду заканчивать, пойду собираться, в лес поеду. Рыбочков пособираю. Всем удачи. До свидания.